Чувство стыда определенно связано с рецидивом, поэтому нам важно понимать, что такое рецидив, и уметь объяснить это клиенту. На мой взгляд, первое и самое главное, что он должен понимать, наличие срыва не свидетельствует о безуспешности лечения. Скорее, это признак того, что человек наехал на ухаб, что-то пошло не так, к чему-то мы должным образом не подготовились, клиент проявил слабость, потому что он обыкновенный человек. Надо попытаться представить альтернативный вариант развития событий. Помогите своему клиенту подобрать слова, чтобы описать не просто конечный результат «я выпил, принял наркотик или посмотрел порно», а то, что этому предшествовало, что к этому привело. А потом попросите его предположить, как иначе могла бы развиваться эта ситуация. Что мы могли бы сделать, но не сделали. Обсудить, но не обсудили. Что в момент искушения он мог бы сделать, чтобы переключить внимание? Кто из вас при попытке отказаться от какой-то вредной привычки может сказать, что в какие-то моменты испытывал огромное желание нарушить запрет? Большинство. А сколько примерно длится такое состояние? Около 3 минут. Оно чем-то напоминает спазм или схватку во время родов. У этого процесса есть начало, пик и угасание. Конечно, вы сами можете его растянуть, если будете только и думать, что о своем желании. Но есть и другой вариант. Если что-то провоцирует нежелательное поведение, а процесс обычно начинается с мысли «ах, как хотелось бы», эта мысль завладевает всеми чувствами человека. Он почти физически ощущает соответствующую потребность, страстное желание. И теперь уже это сочетание мыслей и чувств создает основу для действия. На понимании этого строится когнитивно-поведенческая терапия. Когда клиент осознает, что процесс начался, что мысль пришла, желание возникло, ему необходимо переключить свое внимание на что-то другое. Обострение тяги длится примерно столько же, сколько рекламный ролик. Совсем недолго. И если кто-то утверждает, что находился в таком состоянии целый день, я скажу, что нет, просто возникшее желание вы растянули на целый день, позволив себе думать только об этом. Итак, какова в данном случае копинговая стратегия? Как переключить внимание, когда тобой овладевает сильное искушение вернуться к старой привычке? Важно сломить его власть над вами. Каким образом? Здесь все индивидуально. Кто-то включит музыку и погрузится совсем в другие мысли и переживания, кто-то позвонит наставнику или пойдет прогуляться. Разным людям помогают разные вещи. Кто-то откроет дневник и выплеснет все на бумагу, чтобы освободить сознание от навязчивых мыслей. Определиться с эффективным способом, скорее всего, получится не сразу. Кто из вас в моменты искушения, скажите мне, начинал молиться? Любопытно, правда? Даже понимая, что помогает нам преодолевать стресс и патологические желания, мы часто этими приемами не пользуемся, не прибегаем к молитве, к чтению Писания. Словом, не делаем того, что рекомендуем другим в качестве действенных мер, а продолжаем зацикливаться на своем желании или пытаемся преодолеть его самостоятельно, так же, как самостоятельно пытаемся преодолеть само пристрастие. Интересный вопрос, о чем молиться? О том, чтобы Бог избавил меня от желания? О том, чтобы я мог принимать алкоголь, но уже не напиваться? Или в молитве просто признаться Богу в своих постоянных мыслях о выпивке, поблагодарить Его за благодать и милость, и дальше продолжать молиться о чем-то другом? Ваша цель — перестать думать о своем желании. Что в этом помогает, то и практикуйте. Как бы ни выглядела ваша молитвенная жизнь, в ней всегда будут моменты, когда молитва будет почти целиком состоять из исповедания. Но это, будем надеяться, пройдет. Если повышенный риск рецидива возникает у моих верующих клиентов, я прошу их молиться. Если это люди неверующие, мы обращаемся к списку благодарностей, который начинаем составлять еще в начале пути к трезвости, ежедневно пополняем его одним пунктом. Что ценного, спрашиваю я, есть в вашей жизни сегодня, чего не было или не было бы, если бы вы продолжали пить? Когда вас одолевает сильное желание выпить, перечитайте этот список.
Это, во-первых, поможет вам отвлечься от пагубных мыслей и чувств, а во-вторых, побудит поразмыслить о том, что вы рискуете потерять, поддавшись искушению вернуться к былой практике. Такое прочитывание настраивает на более положительную волну, заставляет увидеть отрицательный характер возникшего желания и в итоге сказать «да, я хочу, но не могу». Наличие положительного полюса позволяет вытащить себя из отрицательного пространства. Поэтому то, о чем вы молитесь, безусловно, имеет значение. Для профилактики рецидива в разные центры используют разные модели, которые в чем-то схожи между собой. Дело не в самой модели, а в понимании поэтапности процесса. Все меры направлены на одно — повышение у клиента уровня осознанности в отношении того, что выступает для него провоцирующим фактором и что происходит потом. Ситуацию повышенного риска можно нагляднее представить в виде диаграммы или рисунка, например, развилки на дороге. Для каждого клиента такая ситуация будет иметь свои характерные особенности, но во всех случаях она будет сопряжена с наличием значительного количества триггеров или искушений. Речь может идти о семейных обстоятельствах, которые повышают уровень тревожности, неприязни или страха, или же, с другой стороны, о разного рода праздниках и вечеринках, где, да, весело, но и спиртное льется рекой. Все это создает ситуации повышенного риска. Если в них попадает человек, который проходит терапию по поводу зависимости, то варианта два — либо у него получается справляться с искушением, либо нет. На диаграмме показано развитие ситуации в обоих случаях. Если человек владеет копинговыми навыками и умеет эффективно ими пользоваться, значит, вы дали ему необходимые инструменты. Ему предстоит быть там, где выпивают, и вы его к этому заблаговременно подготовили, отрепетировали реплики и поведение и предупредили, что если клиент почувствует, что не справляется, он может покинуть это место и приехать прямо к вам. Все это вы с ним заранее обговорили. И если клиент идет на вечеринку, пользуется предложенными стратегиями и избегает срыва, его уверенность в собственных силах возрастает, к чему вы, собственно, и стремились — постоянному формированию у этого человека уверенности в том, что он в состоянии справиться с искушением, что может одержать над ним победу, потому что способен сделать правильный выбор. Таким образом, осознание потенциально опасных ситуаций с их искушениями и триггерами, а также навык использования усвоенных и закрепленных копинговых стратегий, безусловно, снижают вероятность рецидива и повышают уровень уверенности в себе. Если же человек плохо подготовлен, результат будет противоположным. Отсутствие необходимых копинговых навыков в ситуации повышенного риска приводит к срыву и, как следствие, ослабеванию веры в собственные силы. Человек настроен на то, что не справится. Свободный доступ к выпивке служит мощным провоцирующим фактором, и вместо того, чтобы задуматься, чем обернуться рюмка другая, мысль идет в направлении «мне будет хорошо», «приятно», «хочу». Ну и факт употребления спиртного заканчивается либо возвращением к консультанту с признанием того, что произошел срыв, либо постепенным возобновлением злоупотребления алкоголем. Итак, развилки бывают, и наша задача состоит в том, чтобы подготовить клиента к подобным ситуациям. В наиболее популярной модели профилактики рецидива, предложенной Марлином и Гордоном, используются такие понятия, как на первый взгляд не относящиеся к проблеме решения, и эффект нарушения воздержания. В первом случае, в случае на первый взгляд не относящихся к проблеме решений, речь идет о плохо продуманных решениях, в результате которых клиент оказывается в очень уязвимом положении, поступает непредусмотрительно. Вначале такие решения представляются не связанными с проблемой зависимости. Вопрос стоит не так, выпить или не выпить сегодня вечером. Ваш клиент решает, пойти ли ему сегодня на торжество по поводу выхода на пенсию кузена жены или не пойти. Ничего стратегического в этом выборе, на первый взгляд, нет. Прямого отношения к жизни и выздоровлению он, казалось бы, не имеет. Но это заблуждение. Заблуждение, вызванное тем, что человек не мыслит наперед.
Поэтому особенно на ранних этапах реабилитации ваш клиент должен понимать, участие в том или ином мероприятии, предусматривающем социальное взаимодействие, — это серьезный выбор. Так что стоит заранее осведомиться, будут ли там предлагать алкоголь и будут ли там присутствовать люди, с которыми у меня есть неразрешенные конфликты. Осознание возможных триггеров помогает понять, как принять более осознанное решение в отношении потенциально опасных ситуаций. Понимаете, о чем я? Миллер в своей книге подобных объяснений на этот счет не дает, поэтому на данном моменте я остановлюсь чуть более детально. Постарайтесь донести до клиентов, что, особенно в начале терапии, важное значение имеют все принимаемые решения. Учиться трезвой жизни значит, по сути, выстраивать ее заново во всем, даже в таких делах, как выбор парковки. Человек все будет делать более обдуманно, но и с большим беспокойством. И эти, связанные с событиями повседневной жизни, повышенные тревожности, подавленность, будут ощущаться иначе, чем раньше, в период алкоголизма или наркомании. Эффект нарушения воздержания имеет отношение к тому, что происходит с человеком после срыва, как он сам объясняет случившееся. В начале курса в рамках ваших проектов по борьбе с той или иной привычкой я просила вас в случае срыва дать ему свое объяснение. В разуме звучит: «Такова жизнь». Существует два ракурса восприятия ситуации. Правильные термины могу не вспомнить, но суть в следующем. Вы считаете, что имеете дело с чем-то внутренним, стабильным и вам подконтрольным, либо с чем-то внешним, универсальным и вам неподконтрольным. Другими словами, в первом случае — вы признаете, что случившееся обусловлено вашим собственным выбором, а во втором — вините Вселенную, считая, что характерное для выздоравливающего человека состояние беспомощности и уязвимости не позволяет ему предвидеть и предотвратить срыв. Таков эффект нарушения воздержания. Трезвый образ жизни, данное себе слово «больше не употреблять», скажем, спиртное, были нарушены. И важно, как клиент объяснит это себе или вам, на что сошлется. Необходимо убедить его, что он абсолютно способен вести трезвый образ жизни и подсказать, как поступить в следующий раз, чтобы избежать срыва. Что будет, если не разрешить возникший когнитивный диссонанс, если позволить клиенту думать, если подтвердить, что в произошедшем виноват кто-то другой, то он так и не научится преодолевать подобные ситуации и после нескольких срывов заключить, что сохранять трезвость он просто не в состоянии. Вот несколько известных правил и акронимов, используемых в программе групп анонимных алкоголиков. Наверняка вы о них слышали. Во-первых, это умение позаботиться о себе. Далее, правило ХАЛТ, которое гласит, что наиболее уязвимым выздоравливающий алкоголик становится, когда он голоден, зол, одинок или устал. И последнее касается скорее тех, кто находится в реабилитационных центрах и представляет собой стратегию профилактики срывов. Акроним читается как TIPS. Первая буква, начальная буква английского слова, означает «истина». От человека, преодолевающего зависимость, ожидается честное признание своей борьбы и отсутствие бравады типа «да все отлично, просто здорово, сплошное удовольствие» на вопрос консультанта или родственника о том, как ему дается восстановление. Если на самом деле тяжело, противно и все время хочется выпить, нужно так и сказать. Надо выдать это и не отказываться от поддержки. Следующая буква акронима означает «информацию». Она имеет отношение к упомянутым, якобы не относящимся к зависимости, решениям. Прежде чем пойти на какое-то мероприятие, как можно больше о нем разузнайте. Следующий пункт — приоритеты. Связан он с собраниями. Не знаю, насколько много вы узнали об этом на встречах, которые посещали, но на начальном этапе реабилитации приоритет должен отдаваться сети поддержки. В AA говорят так: «Все, что окажется для тебя важнее выздоровления, будет стоить тебе выздоровления». Это, конечно, не означает, что семью или работу нужно отодвинуть на задний план. Нет. Но если посещению группы ты регулярно предпочитаешь какие-то корпоративные или семейные мероприятия, то в этом случае рискуешь вернуться к вредной привычке. Поэтому выздоровление должно быть в приоритете.
не следует относиться к посещению групп анонимных алкоголиков как досугу, на который еще должны найтись силы и время. Ну и о значимости поддержки мы уже говорили. Поддержка является собой основную ценность группы взаимопомощи. И об этом мы поговорим после обеда. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.